Если на данный момент, вот сейчас мы обращаемся к нашим избирателям, к нашим депутатам, к нашему президенту, если никаких мер не примется, естественно, голосовать мы за партию регионов не будем. И такой президент, как у нас сейчас есть, это не президент, это президент, я считаю, это должен быть отец. Мы его семья, и он должен нас защищать, а получается, нас никто не защищает. То есть ему можно не рассчитывать на вашу поддержку? Да, на нашу поддержку мы уверены в том, что да, будут в наши адресы угрозы, потому что это все у нас криминальная идет крыша здесь. И я чувствую, у нас проблемы начнутся. Ну, бог с ним, мы уже начали воевать, и мы от этого не отступимся. Нет, значит, мы создадим свою силовую организацию, да. И будем действовать, ну, не так, не криминально, а будем действовать по закону. По справедливости, и так как это положено. Понятно. Что на Майдане? То есть вам не остается другого выхода? Нам не остается другого выхода. И вы будете... Будем то же самое здесь перекрывать въезды, выезды, и будем то же самое палить, то же самое. На что нам делать? Регионов, надеялись на него, что какая-то поддержка будет. Раз не слышат нас, раз, может быть, я не знаю. То есть законных способов добиться правды у вас нет, поэтому, наверное, вы теперь понимаете, да, почему люди у нас бунтуют в стране, конечно, и как бы, конечно. Почему они выходят и делают потому то, что не делают. Потому что у нас закона нет, а у нас анархия, мать порядка. Да, то есть иначе нет просто способа доказать, и поэтому... Мы обратились... Вот Майдан докатился и до Тореза, получается, да? Ясно. Нет, никто нас не услышал и не идут на наши мольбы. На переговоры. И даже, да, я же говорю, так пришли к заместителю, а он сидит, улыбается. Ну и что? Что вы мне тут угрожаете? Мы пришли, сказали, что мы будем устраивать здесь Майдан и будем перекрывать все въезды, выезды на автовокзал. А он говорит, а вы не имеете права вас посадить, типа это на вас заведут уголовное дело. Уголовное наказание, да. Угу. Да, мы согласны. Говорю, что то, что он ломает, он сносит, говорю, наше имущество, говорю, трогает. Разбирайтесь с ним. Понятно.